Бог создал землю, все живое за 6 дней, на 7-й отдыхал. Получается, нужно почитать, отдыхать и в субботу христианам так же, как и в воскресенье. Ну, мы субботу почитаем на самом деле. Вот возьмите, например, наш пост, например, Великий пост. И вы посмотрите на устав этого поста. Вот в субботу и воскресенье всегда полная литургия. Всегда полная литургия. А в другие дни нет. Нету литургии, потому что там строгий пост. А в субботу полная литургия, а в воскресенье тоже полная литургия. Почитаем? Почитаем. Это именно, это не просто так. Это вот именно потому, что субботу чтим. Да. Пост ослабевается. И в субботу и воскресенье, любой пост ослабевается. В субботу и воскресенье. Всегда послабление. Да, если там пятница, там четверг, строгий пост там, да, любой, понедельник, вторник, среда, четверг, там, да, то субботу, воскресенье мягче всегда, всегда. То есть мы почитаем, а уж про богослужебные особенности я уж не говорю, там их огромное количество. Так что мы, в общем-то, чтим и субботний день, и воскресный день. Но это не значит, что вот в субботу нужно лежать на диване и ничего не делать.